Двухвековая летопись становления и развития старой части главного города Казахстана в одном путеводителе. Специально разработанный пеший туристический маршрут позволяет изучить историю столицы и увидеть культурно-архитектурные достопримечательности. Он охватывает свыше 40 памятников, расположенных на центральных улицах современного района столицы Сарыарка. Это и Акмолинская крепость, сохранившаяся с момента основания города, и различные монументы, музеи и знаменитые старинные купеческие здания. К слову, путеводители предлагают путешествовать два вида пеших маршрута – короткий и более расширенный. Первый длится около часа, второй же занимает в два раза больше времени, охватывая практически все знаменитые исторические памятники города. К слову, в помощь пользователям карты доступны аудиогиды, предусмотренные для групповых и индивидуальных экскурсий. В сквере первого президента у памятника основателям казахского ханства Кирею Жанибеку находится также информационный пилон, где эта карта в общем доступе есть. Помимо этого, в маршрут интегрирован аудиогид. То есть во время прогулки, когда горожане подходят к определенному памятнику, на табличке установлен QR-код, который можно просканировать и прослушать информацию уже в аудиогиде на трех языках – русском, казахском и английском.